Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта является важным фактором для установления безопасности и стимулирования экономического развития в регионе Южного Кавказа, заявил американскому бюро CBC в Вашингтоне бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер. Он отметил важность освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам. Новая администрация США, считает Карпентер, должна демонстрировать большую политическую поддержку процессу урегулирования конфликта. Статус-кво в Нагорно-Карабахском конфликте неприемлем. Новая администрация США должна использовать все дипломатические и политические ресурсы, необходимые для его урегулирования. Мы не можем продолжать в том же духе год за годом. Разрешение конфликта важно для Азербайджана, а также для установления безопасности в регионе. Оно позволит вывести на новый уровень торговлю между Востоком и Западом, развивать коммуникации, транспорт, стимулировать экономическое развитие.